Специалисты Центра «Перспектива» прошли обучение в Центре содействия в Ростове-Великом. Организации в октябре подписали соглашение. Благодаря ему магаданские специалисты отучились на медиаторов, экспертов, которые помогают разрешать конфликтные ситуации. Содействие вместо помощи семьям детей с ограниченными возможностями. Программа была очень обширная. И обучение в рамках этого соглашения они сейчас будут проходить дистанционно до конца февраля. А в конце февраля планируется при очень хороших обстоятельствах открыть службу медиации, которая будет распространяться не только на город, но и на все образовательные организации области. Завершающий этап этого взаимодействия в 2022 году – фестиваль медиации на Колыме. Пройдет он в рамках первого межрегионального форума с международным участием. По мнению специалистов, медиация важна для всей страны, ведь это своеобразная служба примирения, когда две конфликтные стороны не могут найти точек соприкосновения, и медиация помогает решить эти проблемы.